передачу вложил. А так, Тошич, нет, лучше давай-ка ты эту передачу сделаешь. Фернандес, Тошич. Чисто играет Януш, гол. Тошич, мяч к нему удобно отскочил. Удар и 2-2. 2-2. Зоран Тошич, наконец-то! Снег пошел, Зоран Тошич забил. Больше года не забивал. Снег не зря сегодня в столице. И он сам, он будто всю эту неудачу вместе со снегом себя стряхивает. Наконец-то серб расчехлил пушку свою. Не столько она пушка, ведь у него. Он всегда ставился своими техничными, обводящими ударами, как и сейчас. Удар-то хорош. Действительно, здесь повезло, что вот так отскочил мяч к Тошичу. Пауза и его фирменный удар. Это уже действительно фирменный удар. Подзабытый фирменный удар Зорана Тошича. И удар. Он сравнивает на последние секунды первого тайма. Удар, которым, собственно, он и чемпионство приносил. ЦСКА в том самом золотом матче против Локомотива. Да, было такое, это было 2 года назад. Ну а сейчас 2016 год, ноябрь, снег. Пермский Амкар напротив и ничья 2-2. После первого тайма какой-то сумасшедший. Чума.